правила поведения при угрозах в отношении детей. Первое. Нельзя открывать дверь незнакомцу. Дождись взрослых или позвони родителям. Второе. Никуда не ходи с незнакомцем. Если будет предлагать что-то интересное или вкусное, откажись. Третье. Тебя преследуют? Беги. Подойди к прохожим и попроси защиты. Четвертое. Напали? Зови на помощь. Окажи сопротивление и кричи как можно громче. МЧС России напоминает: знание простых правил поможет тебе в сложных ситуациях.